Ах, какой вечер сегодня. Красивый, солнечный. И вот таким солнечным был весь день. Вот такой вид из моего окна на новые дома. Красивое небо. Сейчас почти 19 часов московское время, 7 вечера. Детки хорошо играют во дворе. Да, вот так у нас вечером. Сирень под окнами у нас. И большой куст сирени вот здесь у нас. В середине, в центре двора. Каким большим вырос. Вот с такой сиренью красивой. Да, ее общипывают с разных сторон. Да, очень красивое дерево, куст. Да. Вот такой оригинальной круглой формы. Да, весь день ветерок. До 21 градуса сегодня было. Да, сегодня 22 мая 2021 года. Суббота. Очень хороший выдалась суббота. Теплый солнечный день. Гулять и гулять. Красиво смотрится. Вот. ЖК Сильверсити. При закате солнца. Вот. Аж по 20 этажей. Мне видно. Дом Репин. Два корпуса. И еще строится вот здесь два дома. Будут видны, буду снимать возведение тех тоже домов.
Да, интересно. Соседи. То, что поблизости от меня. Надо запечатлеть. О, солнышко скрывается. Ах, какая погода. Там немножко виден закат солнца. Да. Красивый вид из окна. Раньше был еще красивее, еще интереснее. Да, с другой стороны салютами, с этой стороны закатом солнца. Сейчас любуюсь на новые дома. Ах, как интересно. Да, небо такое красивое. Голубое. Да, вот таким был день. 22 мая 2021 года. Люди гуляют. Детки гуляют. И в нашем дворе, и ходят в другие дворы, вот гуляют по улицам, по дворам. И у нас неплохой двор. Ну, есть дворы лучше. Разные у нас дворы с детскими площадками. Разные. Ну и что ж, этим и интереснее жителям наших районов. Едут с малыми детками, совсем крохотными. Да. Движение такое большое. Ну, это только по выходным дням. Да. Да, замечательный был день. У нас район Западный Дегунино. В северном округе города Москвы, столицы. И вот так у нас сегодня. Так у нас в мае. В мае. Так красиво. Сиренью, с цветами. Да, интересно. Хорошо.